Здарова всем, ребята, Кентопок на проводе, и прямо сегодня я покажу абсолютно все секретные анимации Stand Out 2. И помимо этого я вам покажу новые анимации Stand Out 2, от которых вы просто будете в шоке. Так что, ребята, прямо в эту секунду прожимай лайк, если ты хочешь, чтобы данный нож был твоим. Подписывайся на мой канал и смотри все видео без перемоток. Всем желаю удачи, а мы начинаем. Прямо сегодня, ребятки, мы вам покажем абсолютно все секретные анимации. Чтобы вы понимали, мы вам покажем секретную анимацию даже на... Интер продолжил, а что? Керамбит Голд. Это просто что-то с чем-то. Интер, расскажи, где ты о ней узнал, как ты увидел? Короче, я, значит, увидел у одного человека то, что он крутил Керамбит Голд разными аниматами. Ну так, ребят, мы прямо сегодня попробуем это повторить. У нас в ролях Интер школьник, также померанский шпиц по прозвищу Аладдин. Ну что же, ребятки, прямо сейчас мы посмотрим секретную анимацию на USP. Ну что же, полетели ее делать. Я скажу так, никакого секретного способа нету, надо просто пробовать. То есть, возможно, с первого раза не выйдет, но раз со второго, с третьего должно выйти обязательно. Нам надо USP, то есть, если вы из команды террористов, как Интер, у вас ничего не выйдет, поэтому он пытается сделать секретную анимацию на АКР. Ну а я, ребята, прямо сейчас попробую сделать анимацию на USP. Есть еще такая теория, что если много раз нажать кнопочку «Осмотреть», вот так много-много-много раз, потом отпускаем, дальше он переворачивает на правую сторону, теперь на левую сторону, и по идее прямо сейчас возможно выйдет секретная анимация, но, к сожалению, у нас не вышло. Пробуем второй раз, так, и вот сейчас должна быть секретная анимация, но у нас обратно ничего не получилось. Ребят, примерно в процентах шанс сделать данную анимацию примерно 5-6%. Да, это немного, но тем не менее, грубо говоря, каждый 20-й раз, если просто осматривать, то есть вероятность того, что выйдет сделать эту анимацию. Я вам скажу так, у меня когда-то было такое, что я ее делал 3 раза подряд. Ну что же, давайте пытаться ее сделать. Ребята, прямо сейчас мы видим секретную анимацию прыжка от Интера. Если вы все поставите по лайку, то Интер расскажет, как ее сделать. Интер, я прав? Да, а еще я могу вот такую бесконечную анимацию калаша, вот, видишь? Давай, от бесконечно давай. Сматриваю. Ой-ой-ой, ты шо, ничего себе ты читер, обалдеть. Так, братан, но ты не забывай то, что мы пытаемся повторить анимацию на USP. Ну как пытаемся? Я один пытаюсь, потому что, блин, ты из команды террористов. Так, братан, о-хо-хо-хо. Не-не, попробуй подпрыгнуть, я залезу под тебя. Так, а ну-ка, о-о-о-о-о-о-о, и что произойдет? Так. Эй, ты чё? Ты провалился. Ты провалился в меня. 5 minutes later. О! Ура! Ура! Смотрите, ребят, посмотрите! Вау! Блин! Братан, скажи честно, со стороны это было круто или нет? Обалдеть! Конечно, круто. Короче, ребят, полностью рандомно у вас выйдет. Нет, ну, никакого секретного заклинания. Просто нажимаете кнопочку «Осматривать», и у вас получается полностью рандомно. Следующее наше оружие — это нож G-команда. Именно на это оружие мы покажем секретную анимацию. Обратите внимание на эту руку. Рука выглядит очень странно и в очень странном положении. Что типа такого? Брат, привет! Как будто готова со всеми поздороваться. Ну что, пацаны, прямо сейчас пробуем повторить эту анимацию. Тут все будет гораздо попроще. Смотрите, что нам надо сделать. Мы нажимаем кнопочку осмотра до тех пор, пока я не поведу нож на себя. То есть смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И я прямо сейчас должен повести нож на себя, и вот именно тогда секретная анимация должна уже получиться. Но я скажу так, шанс этой анимации примерно 3-4%, поэтому, ребят, с первого раза не выйдет, но вы не расстраивайтесь. Интер прямо сейчас пытается повторить анимацию на USP, но, к сожалению, ничего не получается. Интер, братан, не расстраивайся, потому что у меня тоже ничего не получается. Ё-моё! Вышло! Ой-ой-ой, вы чё, посмотрите, я на мизинчике кручу, а? Чё скажете на вот это? Вот это я понимаю. Обалдеть, вот это анимация, нет. Но тут, ребят, сходу лайк. Вот просто, если вы хоть раз в жизни видели эту анимацию, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Но я вам скажу так, даже без этой анимации, просто обычная анимация на G-команда. Просто посмотрите, да это же кайф, посмотрите. Это обычная анимация на G-команда, то есть, то было секретное, а вот это обычная анимация, блин, да она же просто пушка. Давайте еще раз себе присмотрим, потому что, ребят, я просто в шоке. Вау, очень круто, просто 5 с плюсом. Разработчики, спасибо, что хотя бы на G-команду вы сделали реально топовые анимации. Ну что же, ребятки, мы уже почти подошли к самой интересной анимации. Но перед этим я хотел бы вам сказать то, что мало ли кто не знает, что на КР поменяли анимацию перезарядки. То есть, посмотрите, как у нас происходит на данный момент перезарядка.
гладко. Это выглядит просто нереально круто, очень реалистично, и за это, конечно, разработчикам большой-большой плюс. Ну что же, а прямо сейчас мы, ребятки, будем смотреть секретные анимации на секретное оружие под названием Керамбит Голд. Для того, чтобы взять Керамбит Голд, мы должны перейти с командой спецназа. После этого мы, ребят, берем нож в руки и мы видим мой Керамбит Голд. Ну что же, Интер, а дальше рассказывай ты, какую анимацию ты видел и что надо сделать. Значит, смотри, я видел анимацию у одного человека на Керамбит Голд. Он показывал две анимации, то есть самую дефолтную, и вторая анимация была секретная. Ну что же, давайте прямо сейчас пробовать секретную анимацию. Я нажимаю кнопочку осмотра. Так, ну что, пока что вроде бы все как было, ничего нового. Посмотрите, ребят, ну вроде все то же самое, проворачиваю на большом пальце, анимация самая-самая дефолтная, я, по крайней мере, ничего не замечаю. Теперь мы начинаем осматривать анимацию удара. Что же тут? А вот тут, ребят, и начинается самое интересное. Возможно, мне кажется, но я вижу, что как будто, когда я проворачиваю в бок Керамбит Голд, то вижу, как будто анимация идет немножко другая. Но для того, чтобы узнать, это правда или нет, прямо сейчас я обратно же перехожу за противоположную команду, беру самый обычный керамбит, и вот мы на этом керамбите Dragon Glaze попробуем сделать все то же самое. Пока что все то же самое, анимация осмотра то же самое. Теперь пробуем делать удар, 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 удар. Удар, удар, удар. И у меня такое ощущение, что тут анимация немножко другая. Возможно, я ошибаюсь, ребят, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Но, кажись, анимация на Керамбит Голд реально была, но она очень малозначимая, и много кто из вас даже не заметит разницы. Аруда. По поводу, ребят, анимации, пишите ваше мнение, возможно, Кента пока вообще сошел с ума. Пишите все, что вы хотите в комментарии, я все почитаю. Ну что же, с вами был ваш Кентух, я показал абсолютно все секретные анимации. Прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентух, всем удачи, всем пока.